первенстве участвуют 12 команд. Анапу представляют три сборные, в состав которых вошли лучшие волейболистки курорта. Татьяне Рао 14 лет, волейболом занимается 7-й год. Капитан сборной команды Анапы девушек 2000-2001 года рождения. На счету анапчанок победы на краевых и всероссийских соревнованиях. Помогло нам то, что мы играли все дружно, помогали друг другу. Первую игру на первенстве Краснодарского края анапчанки провели с командой детско-юношеской спортивной школы номер 1 поселка Афипский. В первом тайме волейболистки Анапы проиграли только один мяч, счет 25-1. Показали слаженную игру в удачных передачах. Конечно же, с помощью пасующих. Без пасующих мы бы не смогли бы. И нападающих, от хороших нападающих зависит. Есть передачи широкие, есть короткие, есть первым темпом передачи. Но в основном мы работаем на передачу в четвертую зону и в третью. Волейболистки сборной Анапы не сбавили темп. Второй тайм выиграли со счетом 25-7. В третьем победили 25-8. Победа в трех партиях из пяти – безоговорочная победа. Мы готовились. Девочки пока играют очень успешно. У нас еще и выступает команда 2001 года рождения в этих соревнованиях и 2002. Девочки 2001 года рождения выступили уже очень успешно. Они уже вышли в финал. Они сегодня обыграли Крымск. Первую игру в подгруппе анапчанки выиграли, впереди еще две финальные. В первенстве принимают участие две команды волейболисток 2002 года рождения. Задача в данной игре состояла в том, чтобы психологически девчонки не дрогнули и выстояли. Постарались что-нибудь показать на площадке, то, что они умеют. 16 и 17 мая в спортшколе «Виктория» пройдут финальные игры первенства Краснодарского края по волейболу.